Ребята, обожаю нарушать правила. Иногда это можно делать, тем более, что мне разрешили. Зашла за ограждение, чтобы сесть на эту невероятную красоту. Просто глаз не оторвать. Мне разрешили это сделать. Ребята, которые готовят мотоциклы не только летом, но и зимой. Привет, это твоя красота. Расскажи, как? Ну, все исходит от пожелания клиента. В наше время люди, последняя тенденция такова, что уходят от каких-то глубоких переделок, исходя из нелегкой финансовой обстановки, но, тем не менее, хотят придать какой-то индивидуальности своему мотоциклу, поскольку, как известно, что нет ничего более скучного, чем два одинаковых Харлея. Соответственно, исходя из пожеланий клиента, мы обговариваем, составляем проект, подбираем какой-то определенный набор запчастей, исходя из того, что хочет улучшить клиент. Мы проводим, в принципе, абсолютно любые работы по стайлингу, то есть улучшению внешнего вида, покраска, хромировка и так далее. Расскажи, вот, то есть, приехал к тебе человек, приехал с абсолютно стандартным мотоциклом, говорит, вот я хочу что-то необыкновенное. От каких до каких границ вы можете ему помочь? То есть от и до? Ну, в принципе, я не могу сказать, что мы прямо охватываем весь спектр услуг, но как бы основные работы мы делаем, то есть по тюнингу, по изготовлению каких-то крыльев, установке рулей, выхлопных систем, улучшение динамики, увеличение мощности, улучшение ездовых каких-то качеств, то есть дорабатываем тормоза, дорабатываем ходовую часть, то есть исходя из своего опыта и пожеланий клиента в зависимости от того, что он хочет. Даже на примере двух экспонатов, которые вы представили на Мотозиме 2016, я вижу, что стиль абсолютно разный. То есть это мотоцикл какой-то даже такой футуристический, я бы его назвала даже, наверное, бэт-мотоцикл. С потрясающей сидушкой, вообще с потрясающим хромом. А это мотоцикл уже такой прям военный. То есть больше в военную классику. Расскажи об этом проекте. Милитари. Человек, хозяин этого мотоцикла, достаточно такая творческая личность. У него свои какие-то пожелания. Любитель классики, то есть здесь классический стиль подчеркнут классическими обычными кожаными сиденьями, сумками, канистрой, которая... Канистра — это просто фишка. Ну да, это, кстати, фишка именно вот этот человек придумал и захотел, и многие переняли у него эту идею. То есть ты это... знаешь, но это очень-очень удобно, это чтобы иметь с собой и резервы, это смотрится невероятно просто вот стильно. Именно так, именно так. К сожалению, не успели мы ее доработать, будет она еще доработана, тоже покрашена, разрисована. А, скажи, пожалуйста, а на мотозиме, на мотовесне ты впервые? Нет, не впервые. Уже... четвертый год мы выставляемся. Два года до этого мы работали в другой компании. Сейчас с ребятами открыли, и, собственно говоря, у нас вот своя компания. Всех приглашаем к нам. Ребят, для тех, кто хочет сделать из своего мотоцикла какой-то невероятный проект, чтобы это было индивидуально, с фишками, хромом, кожей и так далее, и недорого, что в наш вот нынешний момент очень важно. Скажи, пожалуйста, как вы называетесь, где вас найти? Koenig Moto Club. Наш сайт есть в интернете. Находимся мы на третьем силикатном проезде. На территории, в принципе, пригнав к нам свой мотоцикл либо на обслуживание, либо на тюнинг, у нас всегда есть ресторан, где можно посидеть, там выпить кофе. А это очень важно. Ну да, то есть как бы всех ждем в гости. Спасибо большое, желаю вам удачи, большого потока клиентов, хорошего настроения, потому что выставка у нас второй день, подошел только к середине. Мы ждем гостей, их прибывает все больше и больше с каждой минутой. Спасибо, развивайтесь, ребят, хорошего вам настроения. Всего доброго.